2020 год, COVID-19, Китай и нескончаемый карантин, рухнувшие надежды и мечты, апатия и депрессия на время локдаунов. Да, за эти 3 года, что был закрыт Китай, были и хорошие моменты. Временами им удавалось поработать и пожить как нормальные люди. Но это все было как на пороховой бочке. Сегодня ты работаешь, завтра перекрыли весь город и нельзя выходить из дома. Именно это время сломало, поменяло и закалило меня. Привет, мой дорогой видеодневник. Я последние дни в Китае, и немножко тяжело, конечно, улетать, так как очень долго здесь прожила, и здесь остаются очень много моих друзей, вся моя жизнь. Ну что, пора двигаться вперед, навстречу приключениям, ибо вот это вот, меня уже свои. Каким был мой дальнейший путь, расскажу в следующем рилсе.